2023 год станет выборным для Ульяновской области. У нас пройдут выборы в законодательное собрание. Все политические силы активизируют свои ресурсы и сверяют часы. Совсем недавно в партии ЛДПР сменился лидер. Преемник Владимира Жириновского Леонид Слуцкий прибыл в Ульяновск, чтобы поделиться с активистами местного отделения ЛДПР и других субъектов Российской Федерации секретами успеха. Выполняем заветы, установки и тезисы нашего основателя, вождя, лидера Владимира Вольфовича, без которого нам очень и очень непросто. Тем не менее, мы обязаны перед ним, перед его памятью и перед теми людьми, которые в нас верят, которых становится все больше. Партия, вопреки пессимистам, возрастает. В числе участников встречи в Ульяновске Виктор Бут, который 14 лет провел в тюрьме США. Активист недавно примкнул к рядам ЛДПР и теперь выступает в регионах нашей страны, мотивируя членов партии на активную работу и борьбу с украинским злом. Да, во-первых, очень сильная гражданская позиция, которую всегда основатель партии ставил в самый главный фокус всей деятельности – это защита и развитие самой России. Поэтому для меня даже не было сомнений, какой партии отдать свои силы и работать на благо нашей Родины – это ЛДПР. 3 дня в нашем регионе проходил всероссийский тренинг-семинар для кандидатов в депутаты законодательных собраний. Каждый участник подготовил стратегию своей избирательной кампании и защитил ее перед руководством. Цель – проверить наших кандидатов, обозначить им, вновь напомнить им главные линии партии. Сегодня будет выступать председатель партии. Это для нас важное знаковое событие. Участниками тренинга-семинара стали активисты ЛДПР из 24 регионов нашей страны. Новый формат политической школы поможет будущим кандидатам в депутаты победить на выборах. Форма тренинговая очень активно была введена. Этого, очевидно, нам на предыдущих школах не хватало. Сегодня мы прокачали фактически себя в форматах, которые сегодня требуются на политической, скажем так, арене. И Ульяновск нас встретил очень тепло. В Ульяновскую область прибыли активисты ЛДПР из тех регионов, где в 2023 году будут проходить выборы. Почему выбор пал на наш регион? Мы приглашали в декабре месяце высшее руководство партии. Вот оно откликнулось. Ну и, безусловно, на этом мероприятии мы проговаривали. И сегодня, думаю, тоже будем говорить о стратегии избирательной кампании, о юридических аспектах, о перспективах наших кандидатов. Ну и в целом о социально-экономической ситуации региона. Позже губернатор Алексей Русских обсудил с Леонидом Слуцким вопросы социально-экономического развития Ульяновской области и поддержку семей участников СВО. В правительстве провели встречи с делегацией партии, посетили завод «Авиастар», где пообщались с работниками и обговорили развитие экономики в условиях санкций. Валентина Никонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.